На трассе в районе Златоуста инспекторы ГАИ остановили пьяного шофера междугороднего автобуса. Из Челябинска в Ашу он вез почти полсотни человек. Все подробности в репортаже. Трасса М5. Этот автобус сотрудники ГИБДД остановили для составления протокола о нарушении правил дорожного движения. Пассажиров попросили покинуть салон, а водителя проводили в патрульный автомобиль. Уважаемые понятые, остановлен автобус. Данный водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения, именно запах алкоголя изо рта, резкое изменение кожи, покровов лица. В ходе оформления материалов об административном правонарушении инспектор ДПС почувствовал от водителя запах алкоголя. Тут мужчине предложили пройти медосвидетельствование на месте. Он согласился, и подозрения полицейского оказались не напрасны. Я же говорю, квас пил, елки-палки, домашний. Пределы у нас уже допустимые превышены. Показания прибора 0,21. Я же говорю, показания прибора 0,21. Проверка также установила, что в автобусе неисправное оборудование, позволяющее контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителям, так называемый тахограф. По данным фактам в отношении нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 11.23 «Неисправность тахографа» и статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. От официального медосвидетельствования мужчина отказался, и поэтому за руль 39-летнего водителя полицейские не пустили. Компания-перевозчик предоставила другого шофера, который и доставил пассажиров до места назначения.